Привет, привет, мои хорошие! Привет, дорогие друзья! Ребятки, сейчас мы с вами поиграем в очень крутую игруху, которая называется Subway Surf. И сегодня у нас также будет мой говорящий том «Бег за золотом». Смотрите, это новинка, Subway Surf обновленная. Вау, смотрите, где это мы? Зурич! Зурич, что это такое Зурич? Я не знаю, ребят. И также у нас еще и будет сегодня Соник, поэтому, ребят, смотрите видео до конца. И хочу от вас услышать под этим видео в комментариях, какое же видео будет лучше, Subway, Talking Tom, Бег за золотом или Соник, договорились? Все, ребят, я начинаю пробежечку. У-ху! Привет, полицай! Дыдыщ, да умею я бегать, чувак? Ха-ха-ха! Ребят, игрушка думает, что я не умею играть. Да я вообще первоклассный чувак тут, понял? Пяу-пяу-пяу. Ой, блин, два раза показала. Опа, я даже на скейте умею. Ю-ху! Вернее, это не скейт, это сноуборд, ребят. Ю-ху-ху! Мне надо собрать слово runs. Ух ты. Ребят, смотрите, как все красиво. Очень круто, управление легенькое. Все работает как полагается. Я бы сказал, как часы работают. Чу! Джейк, вы крутасы, выкручиваете свои обалдительно. Сейчас мы 2 минутки, ребят, поиграем 2 минутки в Subway Surf. Пудж, соберем вот это вот крутое слово runs. Пудж, и перейдем до нашего Томика. Ух ты, смотрите, я даже задание какое-то выполнил. Я даже и не думал. У-ху! Хопача! Монетки, оп! И буква. Ба-бам! Последняя буковка осталась, ребят. И слово runs у нас будет. Бяу, завершено. Бяу. У нас веселый обзорчик, вам напоминаю. Очень крутых-прикрутых игрулик. Я бы сказал, это вообще топ. Топ самых крутых игр за всю историю Google Play и за всю историю интернета, наверное. А-а-а, yes! Ребят, о-хо-хо, пришлось убегать от этого полицая. Ого, я ботинки какие крутые схватил. Опа, у-ху! Сальтос от Водоса. Мяу. О, все, нет уже ботинок. Ребят, все, я выполнил миссию. Ну давайте, до первого удара. Бим-бим-бим, бум-бум-бум-бум. Эч, эч. Хо! Что за дичь? Вадик, Вадик, давай, держи, друг. Держи. И... Ух, ребят, я схватил магнит. Никакой полицейский меня не догонит. О, ребят, как же я давно играл в такую игрулечку. Обалдеть, все вокруг разбегается. Несется в разные стороны. И Вадюха бегает по поездам. Это очень опасная штука, в реальной жизни вообще не рек... А что это было? Монета какая-то? Ай, блин! Бабах, бабах, бабах! И я получаю сектор приз! Не, спасибо. Спасибо, дружище, спасибо. Окей, оби. А ну смотрите, кто у нас здесь? Хьюго! Серфис из Тюриха. А, так это Тюрих, ребят. Ха-ха-ха. Круто. Это из Пекина, а это из Тюриха, чувак. Я понял. Ладно, ребят, переходим к следующей игре. Та-дам! Gold Run, ребята! Это же Talking Tom Gold Run! О, тоже очень давно не играл. Очень-очень давно. Ребят, ставьте лайки. Давайте соберем 10 тысяч лайков под этим видео. Ну, конкретно с тебя один лайкосик, окей? Давайте проверим, что у нас добавилось, может, какая-нибудь локация. Фу! Эй, енот, стоять! Стоямба! Стоямба, я тебя поймаю все равно! Блин. Так, ребят, сейчас мы проверим, что тут, ну, опа, новенького. Go-go-go, мама мия, go-go-go, oh my lover, flower, baby, baby, чмом-бом. А я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся. Ой, Вадик, это же не та игра, это же не спасите девочку. Это мой говорящий том, бег за золотом. Так, ну чё, как вы там проводите свое время-то? На каникулах. Я, если честно, очень много хожу на озеро купаться, загораю, прям такой смуглянка-молдаван, собирал один наград. И, кстати, очень бы хотелось покушать сейчас черешню. Было бы классно. Вы любите черешню? Я обожаю, ребят. Ягодки, клубничку, черешеньку. Это просто космос. Так, где у нас тут новые локации есть? Ау, народ! Рич, рич, рич. Я уже, наверное, больше месяца не играл, ребят, в говорящего Тома. А в Subway Surf я не играл вообще уже, наверное, 100 лет. Бам-бам-бам-бам-бам. А это игры топчик, ребят. Это супер топчик. Я бы назвал супер топчик. Это же мой говорящий Том. Как же его можно не любить?
Так, ребят, я пока что вообще не вижу никаких новых локаций. Ау, енот, очнись. Я уже у тебя все золото собрал, а ты мне не открываешь никакую локацию. О, Subway Surf уже он выставит, обновление какое-то. Я, чувак, только тебя скачал. Опча, опча, ну давайте локацию, ребят, вообще не жадёбы. Может, мне врезаться стоит куда-нибудь? Сейчас врежу. Бабах! Та-дам! Молодец, Том. А, не, надо построить домину. Окей. Погнали. Мы сейчас попробуем быстренько здесь сделать домик. Для того, чтобы, знаете для чего? Для того, чтобы нам открылась локация Анжелки. И тогда, возможно, нам откроются другие супергерои. Итак, последняя построечка. И та-дам! Свершилось чудо, ребят. Бабах! Трах-бабах! И все готово. Спасибо. Давай, давай, Анжелку, давай. Анжелку, Анжелку. Смотрите, мы разблокировали. А ну-ка, выбрать, кого мы можем выбрать, ребят. Чувак, да я знаю, как это делается. Чик-чирик-чирик-чик-чик. Анжелика, привет, Анжелика. Так, ребят, ух ты, елки-палки. Да, отстань ты. Ого, 3000. А-а-а, с ума сошли. Анжела, кибер-Анжела, но бесплатная, спаси меня. Ух ты, елки-палки, это что такое? Короче, ребят, все игроки платные, да? Ладно, ладно, мы сейчас проверим. Так, где тут что? Окей. Сейчас должна появиться локация новенькая. Смачненькая. Сейчас мы пройдем Анжелкину дорожку. Опа, пыридиш, пыридиш. Ух, елки-палки, я врезался в автобус. Так не должно было быть. Ребят, сейчас, если не найду локацию никакой, то сразу же переключусь на Sonic Force. Тоже крутая игра. Кто не знает этого синего ежика? Да его знают все. Это крутяцкий ежик такой. Бим-бим-бим. Ага, гляньте, я тут как будто метит территорию золотом. Сейчас, о, сейчас. Обязательно смотрите, не переключайтесь. Должно быть. Должна быть новая локация. О, есть, ребят. Так, но только это не новая. Это Sky Force. У-ху! Полетаем в облаках. Ох ты, это очень тоже интересно. У-ху! Я лечу такой... Ой, блин, самолет! Мама мия, скала! А-а-а! Ребят, тут очень надо осторожно, потому что... О! 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 Вы видели, видели? У-у-у! Да любой самолет, нипочем! Ух, подъем, переворот! Ой, ракета! Самолет! Так, сейчас попробую пролететь под самолетом. Смотри, 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 сейчас будет смертельный номер. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, нет, лучше не буду рисковать. Ё-моё, оба она! Под самолёт! Твою маму! Ай-яй! Короче, ребят, не удалось. Ладно, никакой новой локации я не увидел. Перехожу к Сонику. Sonic Panasonic, Sonic Force, друзья мои. Очень крутая тоже игрулечка. Это вообще, она давным-давно уже такая старенькая, но в обновленном формате. Привет! Хранилище Tails. Ух ты, интересное хранилище. Но, ого, ты чё, с ума сошел? Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем это мне? Не надо. Ой, ё-моё. Какой-то сундук открыл. Ну, я думаю, это не помешает же мне, ребят. Ну, нет, рекламы не хочу смотреть. Задание выполнил? Да я еще ничего не выполнял. Я один раз только играл в Соника. Ба-ба-бам, ба-ба-бам. Все, хочу поиграть, ребят. Давайте, я хочу побегать. Я хочу сравнить эти три крутые бестселлера. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, Вадимка Том. О, ребят, это я. Меня игра узнает. Тиринь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Так, ребят, так-так-так-так. Подзабыл я, малёха, какое тут управление. Ой-ой-ой, а чё это я бегу? А, вот так я бегу, да? Так, стопэ-стопэ. Слушай, слушай! Чувак, ты как? Ты как? Блин, ребят, тут мышкой надо. У меня, короче, не настроено еще управление. Фух, вы это видели? Ой, елки-палки, надо было... А-а-а, боже, меня разрезало вообще пополам. Капец, 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 ну, Вадюха, держись. О, ребят, так, у меня Соник, управлюха... А-а-а, да вообще меня в пух и прах разносят. О, ой, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. А Ладька-то прошел. Так, ребят, на втором месте. Оп-оп, на, оп. Ой, блин, дерево врезал. Блин, я вообще не вижу, где я есть. Так, вот он я. Всех обошел. И,
еще что-то сделал. Я не знаю, что это такое, но... Ну, он финиш, ребят! Есть! Я первый! А не, я не первый, блин, я второй! Ну и ладно, ребят, я думаю, что этого достаточно, чтобы оценить игрулечку.